Пойду схожу за счастьем на базар, а после в супермаркет за удачей. И что с того, что это не товар? Я попрошу еще любви на сдачу, куплю в другом ларьке. А, вижу, по акции есть скидка для меня. Давайте доброты, насколько хватит. А есть у вас от злых людей броня? И взвесьте мне, пожалуйста, 100 грамм той совести, что с краю, полкой ниже. Просрочено? Ну ладно, я потом. Что-что? На это деньги жалко тратить? А средства есть от жалости у вас? Микстура от тоски, сироп от скуки. Продайте мне еще вот этот шанс и крепкую настойку от разлуки. Уюта мне семейного мешок, чтоб высший сорт, другого мне не надо. И красоты вон той с пометкой шок. Таблетки от неискренного взгляда. А дружбу как, поштучно или на вес? Сегодня вы любезно продаете. Нет, не куплю, а просто интерес. Зачем так жить? И есть ли смысл в расчете? Еще здоровье близким прикуплю и буду им дарить на дни рождения. В продаже зависть? Зависть не люблю. Продайте лучше полкило терпения. Доверия не нужно. В прошлый раз купила оптом. Ненадолго хватит. Продайте все запасы слез из глаз. Моя судьба вам с радостью заплатит. Зачем? А чтоб не плакала душа у тех людей, в которых много света. Ведь жизнь тогда добра и хороша, когда у вас в продаже боли нету. Нет, счастья на базаре не купить. Но если мы научимся делиться тем самым счастьем и любовь дарить, то все плохое просто испарится.